Если вы хотите высказать слова поздравления в нашем эфире, звоните к нам в редакцию. Ну а между тем, археологи заявляют, что возраст Саратова намного больше, чем принято считать, и называют цифру порядка 1075 лет. Об этом свидетельствуют последние археологические находки. Не так давно их обнаружили ученые на территории Алексеевского городища. По ним можно судить о том, что поселения на Саратовской земле были еще около 1500 лет назад. Сами археологические находки хранятся в Энгельском музее краеведения. На Алексеевском городище была найдена протославянская керамика. Мы не знаем, являемся ли мы потомками тех протославян, которые пришли сюда в начале первого тысячелетия до нашей эры. Вполне возможно, что те протославяне полностью растворились. Этого никто не знает, это ученые спорят. Кроме того, археологам удалось установить и место, где изначально был основан Саратов. По их мнению, это Курдюмское замище в устье реки Гуселка. Найденные там предметы очень похожи на те, что ранее были откопаны на Алексеевском городище в Волжском районе Саратова и датируются одним временем. Раскопки на территории городища ведутся с 1921 года. В Энгельском музее краеведения хранятся около 680 экспонатов. В основном это фрагменты керамики разных времен, которые и повествуют о ранней истории Саратова. Стоит отметить, что Алексеевское городище – первое постоянное поселение на территории современного Саратова. Алексеевское городище вообще уникальный памятник, федеральное значение, потому что он вмещает в себя много археологических периодов, начиная, как уже говорили, с эпохи Средней бронзы, да, то есть это конец третьего тысячелетия до нашей эры и заканчивая средневековьем до 14 века. То есть здесь сменялись эпохи, сменялись народы, сменялась культура. И, конечно же, изучать это, конечно, я думаю, необходимо, тем более это не представлено непосредственно, что особенно уникально, в городской черте. У жителей города есть возможность познакомиться с историей Саратова и увидеть археологические раскопки воочию. С 10 по 20 сентября самые уникальные экспонаты выставки будут представлены в Саратовском областном музее краеведения. Ко дню города там пройдет выставка «Алексеевское городище в поисках начала».